Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. И сегодня мы будем проходить одну карту, которую скинул мне мой подписчик. Эта карта называется Four Mountains. Ну, или Четыре горы. Ну что, ребята, мы начинаем. Кому, кстати, заинтересует эта карта, вы можете, короче, скачать эту карту в описании под этим видео. Я оставлю, короче, ссылку на Яндекс.Диск. Вы, короче, скачайте. Сейчас, наверное, меня было плохо слышно, потому что звук слишком... Так, наверное, все-таки надо убавить было, да? Вот так вот еще применить. Что-то слишком громко. Все, вот так вот, мне кажется, пойдет. Так. Тут еще один был. Это ты! Так, а у нас еще... Да, у нас еще автомат, системка. Так, ну пока что мне карта нравится. Прикольно сделано. Так. Также я, короче, в описании оставлю ссылку на его канал. Также он снимает ролики. Вот, так что, ребята, подписывайтесь, кому заинтересует. Ну, я также, наверное, оставлю все-таки... точно оставлю ссылку на его ВК. Может, там что-то... Если у вас какие-то вопросы появятся к нему... Можете им что-то написать, там, допустим, как ты карту делал, ну, типа, чтобы он там написал, помог чем-нибудь. Вот. Так, у нас броника нету. Здесь, походу, вообще броника нет, да? Да, это версия 2.0. То есть тут нету багов, наверное, так я понимаю, еще тут что-то изменили. Поэтому... Эту карту переделываю, чтобы вы знали. Так, что у нас здесь? Здесь у нас колбаски всякие, мясо. В принципе, больше ничего. Так. Так, а вот наше задание, ребята. Уничтожь рожок на первой горе, уничтожь спутник трех на второй горе, отключись электростанцию на третьей горе, заберите образец мутагена на четвертой горе. Не обязательно здесь все коллекционные модели. А, тут еще типа бонус какой-то есть, да, всякие вещи собирать. Понятно, ну прикольно, конечно, сделано, интересно. Так, а вот этот лог, я так понимаю, сделан для того, чтобы типа, когда мы выполним все задания, а хотя нет. Подождите, тут видите, с лодкой проблема, поэтому не получится уплыть отсюда. Так, ну давайте к первой горе сейчас подойдем, вот к той горе, наверное. Сделаем так, короче. Да, вот она, эта гора. Вот тропинка, которая, я так понимаю, ведет на эту гору. Так, ну, мне кажется то, что... Блин, ну, на самом деле, я, наверное, эту карту буду проходить не одно видео, а несколько. Потому что заданий много, и... Я, конечно, постараюсь поискать коллекционные модели, но... Блин, я очень буду искать несколько, блин, часов. Какой нафиг несколько часов? Вообще, блин, днями надо искать. Потому что видите, какая карта огромная просто. Вон там еще. Я так понимаю, то, что там у нас еще третья гора, да? Вот еще одна гора. И вон там вот какая-то. Да, карта реально огромная, поэтому, блин. Так что, ребята, у кого еще есть карты, вот кто меня сейчас смотрит, вы можете, короче, мне написать. ВЛС, ссылка на мою страничку ВКонтакте. В описании под этим тоже видеороликом будет. И я, короче, вот вы мне напишите и скиньте мне, короче, карту, я тоже попробую его пройти. Так, где там еще был?
Так, тут как бы надо еще ориентироваться, блин. А тут на самом деле легко запутаться. Так, ладно, идем, короче, вперед. Вот тропинка, которая нас приведет, мне так кажется. Нужно нам место, вот на вершину этой горы. И сохранение, ребят, отлично. Да, и еще хочу вам сказать то, что эту карту я буду проходить первый раз. Вот сейчас я запустил первый раз эту карту. Так что это слепое прохождение, чтобы было интересно. Блин, ну офигенно сделано, конечно. Пока мне нравится все. Все просто офигенно. Красиво. Ну, я, наверное, так говорю, потому что я как бы проходил Far Cry по-русски 2, а там как бы лес совсем другой. А тут, видите, тут просто... Типа я давно этого не видел, и, наверное, я говорю то, что это очень красиво. Всех наемников... А только мне вот интересно, будут мутанты все, ну, трагеры эти. Так, у него там броня есть, можно сейчас подобрать. Так, я надеюсь, то, что когда мы еще поднимемся... Да, посмотрите, какая карта. Огромная просто. Там еще база какая-то. Так, ну, буду надеяться, то, что... на вершине горы будет дельтаплан, чтобы мы могли полететь, а не, блин, пешком идти назад с этой горы спускаться. Так. Ну, можно, в принципе, гранат кинуть, но ладно, я так сделаю. А то еще не докину, или потом меня сразу спалит и начнут меня пулять. Сразу, несколько. Третье сохранение. Уже. Так, ну мы пока ничего не нашли, блин. Никаких этих секретных моделей коллекционных. Ну, это, наверное, просто надо изучить эту карту поглубже. Там всякие места будут секретные, типа, ну... Они же не будут, эти модели, на видном месте лежать, правильно? Ничего не заметил. Взять его! Лево, что здесь произошло? Подвигайтесь налево! Ты будешь завидовать... Ну, они кучами стоят, эти наемники. Солдаты. Собираются в одной точке, это, конечно же, минус. Нужно, типа, делать так, чтобы они, короче, на разных местах стояли. Ну, как, короче, Far Cry по-русски. Ну и в многих модах. Так, давай сейчас к ним подойду поближе посмотреть. Может, они там опять кучей собрались. Ну да, опять кучи стоят, это, конечно, минус. Надо, короче, было ставить, типа, чтоб, типа, один там стоял, прятался, чтоб было, ну, много, потруднее. Допустим, там вот прятался, за деревом вот тут стоял, чтоб прятались, и как бы... Ну, чтоб было потруднее и интереснее. Ну, это мое мнение, так что, блин, если... Возможно, я неправильно говорю, так что... Сейчас ты умрёшь. Время... Нравится? Взять этого ублюдка! Ещё одно сохранение. Так, тут должен быть снайпер. Вот он. Все, минус. Эх ты! Молись, пока...
Ни хрена себе здесь их. Так, надо отступать. Тихо. Так там снайпера нету. Вот еще один. Так, стоп, это что, мы уже на вершине горы так быстро поднялись, что ли? Нихера себе. Бежит. Так, тут, наверное, радиовышка, да, или может быть что-то путаю. Так, тут нам требует карточку, мы должны найти. А, мы тут типа должны на вершине найти карточку и бомбу, да, я так понимаю. Да, вот на это радиовышка, мы должны ее уничтожить. Так. Броник. Так, а там нет ничего? Там карточки или... А то пропущу еще и, к сожалению, могу назад вернуться. Так, но бинокль я не люблю использовать, поэтому нафиг. Я его даже брать не буду. Че это с вертолетом? Так, что это такое? Что это было? Что произошло? Так, нет, я пока туда ходить не буду. Я хочу осмотреть еще вот этот вот ангар. Что у нас там? Так. Ну, я, скорее всего, буду карты будут короткие делать. По... Ну, точнее, серии. А не короче, болтаю. Вот. Будет примерно 20 минут или 15 там длится. Так, ну тут опять же требует карточку. Чтобы сюда войти. Да, и тут у нас, наверное, бомба лежит, да? Ну да. Так и знал. Значит, нам по-любому нужно войти вот туда вот. Теперь ты можешь... Это уже 100% просто. Ладно, окей, давай сюда войдем. Я тебя запомнил. Эй, ты! Хватит, кто там шляется! Так, стоп, не вовремя я перезаряжаюсь. Опять не вовремя. Так, что у нас здесь? Так, я могу сюда войти? А, вот же дверь. Это еще дверь вроде, да? Ну, нет, подождите, нет, я туда войти не могу. Никак не открывается. Что-то здесь надо другое делать. Блин, легко заблудиться. Так, давайте. Тут по-любому должна быть карточка. По-любому. Надо хорошо поискать. Может быть, тут, наверное. Нет, это не открывается, я уже здесь был, зачем? О, туалет, смотрите.
Унитаз нет случайно, карточки? В мусорке, в раковинах нет. Так, интересно, интересно. Так, а для чего туда это стоит? Такое здание. По-любому должна быть карточка. Звуки какие-то. Так, вот еще кабинетик. Какого черта это было? Эй! Опа-на. А вот тут по-любому должна быть карточка. Отвечаю. Да, я угадал. Потому что тут какой-то вот, видите, мужичок сидит. Нашли мы карточку, ребята. Так, ну давайте-ка я на всякий случай все-таки осмотрю здесь все. Может быть, что-нибудь. Вторую карточку мы пропустили. Откуда я знаю? Все может быть. Так, ну ладно. Ничего вроде мы не нашли там. Надеюсь, там больше ничего не лежит такого полезного. То, что нам нужно. Ну, давайте теперь мы сейчас заберем бомбу. Ну да, эту карточку можно, наверное, еще и второй раз использовать там вот у входа. Вот та самая бомба, которая нам... Так, нужно сейчас его использовать. Так. Теперь идем туда. Уничтожить должны мы с вами радиовышку. Так, там мы все осмотрели, да? Тут еще есть, интересно, места какие-то, на которых эти лежат модельки. Так, я могу сесть сюда? Так, вот и сохранение, ребята. Мы с вами выполнили первое задание. На этом я, наверное, закончу. Первую серию прохождения этой карты. Так, подождите, давайте-ка я сейчас немного еще туда смотрюсь. Чуть-чуть. Снайперка. Так, давайте-ка мы сейчас вот эту вот выкинем. А снайперку подберем. Снайперка нам пригодится. Чтобы уже там легче убить всех этих снайперов. Ну да, вот и наш дельтаплан. Куда вот дальше лететь? А, ну я... А вот тут, мне кажется, находится наша первая, типа... Вот там, смотрите, что лежит. Так, ну-ка, давайте-ка мы сейчас туда, наверное, полетим все-таки. Так, подождите-ка. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас еще вот туда вот хочу побежать, посмотреть. Да, вот еще один дельтаплан. Тоже тут два дельтаплана. Так, мы начинали с того места, да? Так я понимаю. Так, тут какой-то там корабль. Так. Так, почему-то мне вот, знаете, что хочется сделать? Сначала туда вот пойти. А смотреть там, где вот мутанты были, Трагина. Да, все-таки они тут на этой карте присутствуют. Тут все есть. На этой карте, блин. Офигенно сделано, мне прям нравится. Так.
Так, сейчас полетим туда, короче. Осмотрю это место и, наверное, я закончу на этом. Так, вот, кстати, еще тропинка. Но мы здесь, ребята, ходили, поэтому... Так. Так, ну-ка, давайте-ка сейчас я, наверное, знаете, как сделаю? Еще вот эту вот область осмотрю. Тут что-нибудь есть у нас? Да, есть, смотрите. Так. Сейчас я, короче, вот этот осмотрю. Потом к трагинам пойдем, и, наверное, на этом я закончу. Так, давай. Тропиночка наша. А вот и какой-то тут дом. Он сгорел. Здесь. Эх, нифига себе, как аж глаза болят. Тут что, есть что-нибудь? А, нет, я сюда зря пришел. Ничего тут нет. Ладно, ладно. Давайте-ка мы сейчас теперь сходим вот Трагином гости. Так, ну я, короче, буду проходить до эту серию до сохранения все-таки. До первого, потому что, блин, а то с того момента опять проходить. Так, все-таки могу туда подняться. О, я сюда прошел, смотрите. А для чего тогда? Это забор. На эту штуку надо исправить. Все-таки. Туман здесь появился, ничего себе. Или, может быть, все-таки это было запланировано, хотя... Не знаю, не знаю. Но он туда же есть дверь, поэтому... Ничего страшного. О, сохранение, смотрите. Ничего себе. Он не сдох еще. Вот, блин, их тут много. Ничего себе здесь. Тут, кстати, мне кажется, что заблудиться легко. Ни хрена не видно, потому что... Что у нас здесь? О, братаны, все, я сейчас сдохну походу. А нет, подождите, хорошо, что я сейчас скинул гранату, вообще прям офигенно. Так, у нас вот видите здесь. Только бомба лежит. А для чего вот эта нам бомба нужна? Я пока не понимаю. Может быть, для того, чтобы мы могли уничтожить спутниковую тарелку на второй горе? Может быть, там просто бомбы нет, вот как раз таки. Так, включить электронную электростанцию. Образец внутри, на четвертой горе. Угу. Еще должен образец забрать. Это агент, да? Так, ладно, давайте пойдем по той тропинке, где мы не ходили.
Так, надо сюда выбираться. Так, ну здесь никак не подняться, поэтому... Так, ребят, я, наверное, сейчас осмотрю еще какое-то место. Все, никак не могу закончить эту серию. Первую. Ну, сейчас, подождите, я хочу кое-какое место осмотреть. Там, мне кажется, что-то есть. По-любому. Так, вот теперь мы наконец-таки все, ребята, видим. А если пройти туда, то там уже начинается мрак. Так, ну, к сожалению, здесь нет никакой лодки. Придется пешком идти. А, вот лодка. Сейчас мы, короче, вот туда, вот на ту сторону поплывем берега. Хочу там место осмотреться. Во, птички, кстати, красивые такие. Ничего себе. Они плывут, кстати. Решили искупаться? Не вовремя, ребята, не вовремя. Так, все, они... Так, вот их много, кстати. Тоже решил покупаться не вовремя. Блин, чего я мучаюсь? Эх. Вот еще одни. Как раз у меня 3 патрона, кстати, осталось. Для них. Ой, промазал. Как так можно было? Все. Так, где здесь рыбки? Подождите, подождите, может тут что-то есть под водой? Ну-ка, давайте-ка осмотрим. Может тут какой-то вот тут, например, секрет есть. Ничего нет? Нету здесь. Ничего. Так, ладно. Так, еще. Интересно, можно как-нибудь исправить, чтобы они в воду не прыгали сразу? Вот это, конечно, баг. В воду они все прыгают, это плохо. Еще одно сохранение. Так. Ну-ка. Сейчас мы поплывем вот туда вот. Там мы были, там мы все вроде взяли, да?
Тут тоже мы были. Вот, я хотел там место смотреть. Может, там пещера есть. Вот вход в пещеру, вот здесь вот, я откуда знаю. Ну, все возможно. Нет, вот, смотрите. Ничего здесь нет. Так, там я был, да? Вот тут мы с этого момента начали. Короче, все, эту мы область полностью зачистили, там все вроде осмотрели, если, конечно, не ошибаюсь. Что не пропустили, теперь нам вот сюда идти, короче. Вот там гора есть, давайте мы сейчас... Сейчас, короче, сохранение будет, и я закончу. Блин, я уже даже его не убил. Я думаю, в голову попал. Так, а вот тут тропиночка. Ну вот, ребят, на этом я заканчиваю. Первую часть прохождения карты. Блин, забыл как. Ну, короче, 4 горы. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. В следующем, короче, выпуске будем проходить эту замечательную карту.